Сегодня внимание тех, чей путь лежал по улице Трехсвятской, привлек большой экран. Во-первых, он заработал. Во-вторых, транслировал новости. Все дело в том, что сегодня началась тестовая работа экрана по вещанию телеканала «Панорама ТВ». Первым же крупным событием, трансляцию которого можно будет видеть на большом экране на Трехсвятской, 14 сентября в 13:00 станет хоккейный матч молодежной хоккейной команды «Динамо» против Красной армии из Москвы. Именно этим матчем будет дан старт трансляции телеканала «Панорама ТВ» на большом экране на Трехсвятской. А это значит, что новости, оперативное видео, важные интересные события в прямом эфире теперь доступны зрителям прямо в самом центре нашего города. Будут собираться, да, болельщики. Будем все вместе болеть за нашу, за Россию. Я думаю, что любым людям будет интересно. По крайней мере, здесь есть лавочки, где можно посидеть. И если есть у кого-то свободное время, узнать то, что происходит в мире, в городе, в нашей стране. Если здесь будет во время того, как я здесь хожу, еще и новости, это вообще здорово. У нас в Твери очень много спортивных клубов по единоборствам. Если на этот экран вывести по единоборствам, я думаю, массовость увеличится.